Почему очень легко жрать сахар ложками? Легко ли жрать сахар ложками? Я последний раз такую фигню страдал лет в 10, и то просто смеха ради. Это невкусно, никто не ест сахар ложками. Почему мы очень легко можем Макдональдс пожрать? Ну там, еще, бля, еще. Хотя по калориям мы уже в профиците жестком. Но почему? Ведь все же говорят, вот мы же калориями наедаемся. Полная хуйня. Потому что вкусно, и мы наедаемся не только калориями. На чувство насыщения влияет много факторов, таких как объем порции, содержание в порции жидкости, белка, клетчатки. Ну и калорийность тоже влияет в некоторой степени. Вот, допустим, ты сожрал сахара уже на 2000 калорий, а еще день продолжается, и ты опять жрать хочешь. 3000 калорий. Еще Макдака. 4000. Ты такой, бля, я жру каждые 2 часа, все время жрать хочу. Хотя по калориям я уже в конкретном профиците и начинаю жрать из-за этого. Почему? Потому что есть классное слово. Вот мне очень нравится, когда смысл понимаешь. Питание. Потому что сахар, это реально пустая калория. Калории есть, но нету нутриентов. Организм не питается. Поэтому желудок такой. Так, что-то ты сожрал, перевариваю. Так, магния нет, кальция нет, там ничего нет. Витаминов нет, минералов нет, ничего нет. Давай еще же, еще найди мне еду. Я не напитался пока. Он интересно поступил, он смешал сахар и фастфуд. Между ними не стоит знак равно. И его гипотеза неверна. Вы можете заесть сахар витаминами и микроэлементами в таблетках, но все равно будете голодны. И ты такой думаешь, надо еще еду. Макдональдс же это еда. Вот я даже это едой не называю. Вообще, все в упаковке, в цветной, это даже не еда. Это быдлокорм, это заменитель еды. Еда это цельная и не в упаковке. Посыл неплохой, ешьте больше цельной пищи, но и демонизировать еду в упаковках не надо. Суть по насыщению такая. Чем более пища калорийно плотная, то есть чем больше там калорий в грамме, тем меньше она насыщает. Чем вкуснее пища, тем меньше она насыщает. И, как правило, эти два фактора сочетаются, потому что все вкусное, все самое вкусное, жирное, что автоматически делает его и калорийно плотным. В целом отлично насыщают на свою калорийность фрукты, овощи и белковые нежирные продукты.